Что в жизни каждого мобильный телефон? Это и блокнот, часы, фотокамера. Что будет, если я оставлю телефон хотя бы на час? А пока мы узнаем у вновчан, смогут ли они обойтись без мобильного телефона? Без мобильного? Один день? Ну, один день, я думаю, можно. Ну, вообще не представляю, как без него жить. Меня сейчас внучка вызывает, бабушка, ты где, срочно приходи. Да, я могу отказаться от мобильного телефона. И чем бы вы занялись? Ну, обычными вещами жизненными. Работа, связь, общение. Вдруг проблема у кого-то в семье там или еще чего-нибудь. Ну как? Быть всегда на связи. В принципе, я бы смог. Легко. Достаточно просто взять с собой бумажную книгу, и в принципе это легко заменит все то, что можно делать тут же. Вот сейчас я тоже просто читаю. Да, давай. Смогу прожить. Он вряд ли кому нужен в этой жизни. Почему так думаете? Ну, звонить друзьям, если можно видеться каждый день, если учишься вместе с ними. 6 февраля будет проходить акция «День без мобильного телефона». Смогли ли вы обойтись без мобильного телефона? Легко. Легко? Абсолютно. И чем бы вы занялись? Ой, да всем чем угодно. Гуляли бы, ходили на воздухе свежем. Без мобильного, не знаю, очень тяжело. Сейчас вообще весь мир сидит в телефонах и не мыслит свою жизнь без мобильного телефона. Если у человека нет телефона, то и человека получается, что нет. И вот мы возвращаемся. Посмотрим, что с телефоном случилось за час. Два пропущенных от мамы, один от брата и шеф-редактора. Вещи, которые делают наше существование легче, заставляют быть зависимыми от них. Сможет ли человек обойтись без телефона? Каждый решает сам. Владимир Бежонов, Диана Гаврилова, Видное ТВ.